Друзья, всем привет! Произвели установку системы кругового обзора на автомобиле Ford F-150 2021 года выпуска. Штатная автомагнитола, то есть заводская. Интегрировали систему кругового обзора. Шайба включения, боковые камеры, боковая левая камера, передняя камера. Также по нажатию можно менять на 3D режим. Так у нас все выглядит. Вид сверху. Все таким образом работает. Также по поворотникам у нас индикация. При аварийном сигнале, также при селекторе заднего хода у нас камера отображается, при постановке на парковку передняя камера показывает. Так система работает, никакой вред штатной системе не наносит. На этом все. Спасибо.